Всем привет! Вы на канале Fix4Gym, и сегодня в видео мы рассмотрим вопрос того, что бывает, если обрывается резинка-натяжитель и цепь не возвращается на концепте обратно. Как эту проблему решить, вы увидите в этом видео прямо сейчас. Ставьте чайник, мы начинаем. Thank you.
Как вы видите, ничего сложного в этой процедуре нет. Достаточно просто делать все по инструкции, как вы уже посмотрели в видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, делитесь, репостите и делаем спорт вместе.